Всем привет! Вы на канале Дарья Бо. Малыш, ты собралась на рыбалку? Да. Ты будешь ловить рыбку? Да. Покажи, как ты будешь ловить рыбку. А как ты ловишь рыбу? Покажи. Сколько у тебя рыбок здесь много. Поймала, ура! И куда мы будем? Ведерко, да, желтая рыбка какая красивая. Давай ее, ведерко, да. Так, отлично. Еще поймаешь рыбку? Да. Давай. Давай поймаем еще рыбку. Какая рыбка, интересно, нам сейчас попадется? А, попалась. Клюет. Вытаскивай. Синяя рыбка. Здорово. Опять ведерко. Какой у нас большой улов с тобой. Малыш, посмотри, какие у тебя разные рыбки. А ты знаешь, что бывают хищные рыбы? Например, акула. И акула, она охотится за маленькими рыбками. А у меня для тебя есть подарок. Да. Малыш, у меня для тебя сюрприз. Это игра «Акулья охота». Да, сейчас мы посмотрим, как акула гоняется за рыбками. Смотри, какая игра. Акулья охота. Да. Да, это игры Хасбро. Здесь у нас есть рыбки и акула, которая постоянно пытается их съесть. Давай посмотрим, что там внутри. Ух ты! Вот это рыба. Так. Смотри, кубики есть, маленькие рыбки и игровое поле. Ух ты! Это рак. Да, давай откроем. Откроем маленьких рыбок. Да, сколько тут рыбок? Ну-ка, давай посчитаем. Смотри, какие они разноцветные, хорошенькие, да? Давай, правильно. Вот желтенькая рыбка. Так. Расставляй. Это у нас, значит, тонус будет ездить акула. И самое главное, хищницу откроем сейчас. Акулу. Вот это да! Какая акула! Вот это, смотри, какие зубы у нее! Страшно! Так, давай установим ее сейчас на игровое поле. Да-да-да. Значит, устанавливается это, в общем-то, просто. Ну вот, мы собрали нашу игру. Смотри, какая акула у нас хищная получилась. Рыбок мы выставили. Какими рыбками ты будешь играть? Называй рыбок. Красный и желтый будешь играть? Да. Тогда мама будет играть зеленый и фиолетовый. Значит, нужно кидать кубики, и какой цвет выпадет, такая рыбка продвигается. Акулу мы ставим на старт. Так, внимание, включаем ее, нажимай на кнопочку. А, акула поехала, быстрее кидаем. Фиолетовый, фиолетовый, это мамины рыбки плывут. Раз, два, теперь, малыш, кидай. Так, фиолетовый, желтый, одну сюда продвигайся, одна фиолетовая. Смотри, сейчас твои рыбки съедят уже. А, фиолетовый, красный, малыш, твоя красная, одна сюда, одна фиолетовая. Сейчас съест мою зеленую рыбу. Нет, я уйду, зеленая, быстрее, красная, одна. Желтая, желтая, все, быстрее какая-нибудь рыбки. Все, наши рыбок съели, малыш, прожорливая акула. Всех рыбок съела. Вот такая вот веселая игра.
Да, давай, ну, зеленые. Очень увлекательная игра. Можно играть, здесь могут играть 4 игрока. Игра, конечно, на скорость, можно сказать. Да. Очень азартная. Все время боишься, что прожорливая акула съест твоих рыбок. Поэтому нужно не терять бдительности и быстрее двигать своих рыбок. Тебе понравилась игра, да, малыш? Да. Да. Будем еще играть в нее? Да. Ташуля, сыграем еще разок? Да. Давай, отлично. Ты играешь какими рыбками? Желтой и красной? Хорошо. Тогда мама зеленой и фиолетовой. Ну, поехали. Включай акулу нашу прожорливую. Желто-зеленый. Передвигай рыбку сюда. Сюда передвигаю. Отлично. Давай. Еще. Две зеленые. Это моя. Уплыла далеко. На первые все. Давай. Красная. Молодец. И фиолетовая. Так. Теперь фиолетовый-желтый. Малыш, быстрее. Фиолетовый-желтый. Фиолетовый-желтый. Ты решила, чтобы задержать акулу, чтобы рыбки смогли уплыть? Давай. Пусть плывет. Давай быстрее. Зеленый-красный. Зеленый-красный. Давай твоя зеленая. Да, давай, фиолетовый, фиолетовый, быстрее, быстрее, кидай, зеленый, 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 уплывает акула, фиолетовый, где она там, ее съели, фиолетовый съели, зелененькая, уплывай, быстрее, зелененькая, ты спасаешь зеленую рыбку, все, Даша спасла рыбку зеленую. Спасительница Даша. Вообще смысл, конечно, этой игры такой, что если остается одна рыбка после того, как акула съела трех рыбок, то эта рыбка и выигрывает. Поэтому наша победительница сегодня зеленая рыбка. Здорово! Она спаслась от акулы. Увлекательная игра, да, малыш? Тебе понравилась игра «Акулья охота»? Да. Весело играть. Ребята, если вам понравилась игра «Акулья охота», напишите нам и напишите, какая из рыбок вам понравилась больше всех. Малыш, ну, тогда скажем ребятам, чтобы они подписывались на наш канал, ставили лайки. Да. Да? Как лайки нужно ставить? Покажи. Да, ставили лайки и смотрели наши видео. Всем пока! Пока, ребята!